Привет, YouTube! Привет подписчикам, зрителям канала Technics Reviews! Сегодня у нас анбоксинг нового приобретения. Это Graver Vintage WCT200. Graver куплен для, прежде всего, для возможности восстановления ножа, который я уже показывал обзор. Это куплен убитый швейцарский нож, из которого я хочу сделать хороший, так сказать, прокачанный нож. Но это все мечты и в будущем. Но для выполнения этих работ был куплен вот такой вот Graver. Graver, ну, во-первых, видно упаковка, то есть это чемоданчик. Чемоданчик опломбирован бумажной упаковкой. Ну и, как обычно, всегда мы рассматриваем все обзоры и анбоксинги, это начиная с упаковки. На упаковке видим название, как я уже сказал, Vintage WCT200. Показана картинка открытого чемоданчика, то есть здесь вот видно гибкий вал, сам Graver, стойка, струбцы на крепление стойки к столу и набор, некий набор инструментов. Также здесь указано 185 ватт, 230 вольт, 50 герц, то есть это питание. Скорость вращения вот здесь также указана от 10 тысяч до 35 тысяч оборотов в минуту. И указано диаметр зажимной цанги 3,2 мм. Также стоят значки Совета Европы и так далее. И артикул 10.08. Также стоит значок того, что это изделие перерабатываемое, то есть подлежит утилизации. Не может быть выброшено в обычный бытовой мусор. Вот. Кроме того, здесь вот есть какие-то надписи на нескольких языках. Это немецкий, английский, французский, итальянский, Нидерланды и украинский. По-украински написано: свердлильно-шлифувальний пристрій, потужний, з великим числом обертів, електронний регулятор числа обертів, гнучкий вал, телескопічний штатив, приладдя з 40 деталей для розділу, це мається до нами, отрізання, свердління, шліфування, гравірування, фрезерування, полірування та чищення. От. Здесь на нижній часті написана модель, написана мощність і показана картинка. Друга сторона така ж, як і предыдущая, совершенно одинаковая и тоже с теми же надписями, в том числе и на украинском языке. Ну и поэтому теперь остается только открывать и смотреть дальше. То есть вот упаковка мы извлекли из упаковки и смотрим, как он открывается. Так он открывается. Вот так вот открывается. И здесь мы видим гибкий вал, который уложен. Некая инструкция. Советы по использованию. Graver электрический. То есть, значит, присутствует на русском языке. Можно будет прочесть. Дальше. Имеем сам Graver. Это вот устройство такое небольшое, на котором написано Mini Grinder WCT200, 230 вольт, 50 герц, 185 ватт, от 10 до 35 тысяч оборотов в минуту, 3,2 мм максимум закрепления инструмента, то есть большего диаметра закрепления не может быть осуществлено.
название Vintage Power Tools. Здесь присутствует узел крепления щетки с одной и с другой стороны, выключатель, включение-выключение, регулятор оборотов двигателя, тоже с каким-то выключателем, что-то щелкает, но пока неизвестно, что это. Вот. Здесь указано направление вращения, стрелочка стоит на корпусе. Здесь есть кнопка, это фиксация шпинделя, то есть для возможности замены инструмента кнопка нажимается и она фиксирует шпиндель. После этого раскручивается цанговый патрон и может быть произведена замена инструмента. Потом кнопка отпускается и цанговый патрон вращается, ну собственно двигатель. Есть петля для подвешивания инструмента, провода, ну так по виду больше метра, то есть я думаю метра полтора. Вот это приятно радует, в упаковке имеется пакетик с силикагелем, то есть по крайней мере можно быть уверенным в том, что влаги здесь быть не должно. Далее есть струбцина для крепления на стол вот этой вот штучки. Это штучка, это стойка, на которую вешается устройство. Вот таким вот образом. Вот. Это мы посмотрели, это мы положили, это мы смотрим дальше. Здесь что мы видим? Здесь мы видим ключик для замены инструмента, державка для отрезных кругов. Здесь видим цилиндры со шкурочки, цилиндрики из войлока. Видим плоские, цилиндрические, конические камушки абразивные. Видим держатель для войлочных кругов, то есть это такой винтообразный держатель. Видим фрезу диаметром до 3 мм, я думаю. Войлочный круг, видим щетку металлическую, видим щетку ворсяную, щеточку торцевую, как кисточку, и также брусочек для правки камней. Кроме того, есть еще контейнер, в котором есть войлочный круг, отрезные круги и камушки шлифовальные. То есть это все входит в комплект инструментов данного многофункционального инструмента. Или так называемый в народе гравер. Вот такая вот машинка куплена для работы, для того, чтобы радовать себя и своих зрителей, показывать те работы, которые мы будем этим гравером выполнять. В инструкции указана комплектность, ну собственно комплектность та, которую я уже перечислил. Указаны тоже вот показаны инструменты, показано как осуществляется смена инструмента. И указаны, вот это очень хорошо, что здесь указаны таблицы материалов и инструмента и скорости, на которых это используется. То есть для камня, для насадки такой-то используется такая-то скорость. То есть полная рекомендация. Это радует, потому что человеку непосвященному, который первый раз держит в руках такой инструмент, конечно, это непонятно и не совсем... Ну, то есть пробовать и ошибаться не имеет смысла, если есть уже наработанная информация, которая собрана в таблицах и говорит о том, при каком материале и какой насадке, на какой скорости нужно использовать. Это приятно и хорошо. Также здесь есть общий сборочный чертеж гравера. То есть, ну, по крайней мере, что отсюда можно точно почерпнуть, это вот узел крепления щеток. То есть, при необходимости замены щеток, это можно будет сделать по вот этой картинке. Здесь все достаточно понятно.
Это моя маленькая радость. Я думаю, вам тоже будет интересно. Ну, а о том, как этот гравер будет работать и какие у меня будут впечатления от его работы, я расскажу в одном из следующих обзоров. Тогда, когда уже начну работать с этим гравером. На сегодня все. Обзор закончен. Пока-пока.